Потому что вот два муниципальных имущества, да, если так образом, два этажа муниципального имущества доведены до такого состояния, что жители, вот случилось такое у людей. Вот эти два этажа, которые второй и третий этаж находятся в удовлетворительном состоянии. А вы согласны там жить? А там эти нежилые помещения, они не предназначены для жизни. Временно. Давайте вашу неделю. Это не маневренный жилой фонд. Вы сможете там прожить неделю? Если они бывают всякие условия. Кто без вами? Вы или нет? Вы довели до такого состояния? Иванович, давайте я как-то вам отвечу. Отвечайте. Да. Значит, состояние было давно. Просто за последние годы его не трогали, как не жилое состояние. Я присел тогда? Ну да. Спасибо. Ну, было оно не живое. Кто было не живое, да, просто не вкладывали средства. Ну не вкладывались. У нас вот есть определенные средства. Где мы представляли вместе с вами на реализацию. Ну, два этажа. Не живое, как не живое. До этого, кто там был директором, там же вполне функциональная была работа на гостинице, два этажа. Она как работала как гостиница, нормально. Почему директора разгромили, что ли, тогда, если он отказался от этого всего? Рабочее же все было. Слушайте, ну давайте мы найти фразу, как чего сделать. Довели до состояния, что он уволился. Директора нет сейчас. Физически умер. Давно. Ну, извиняюсь, я не знал. Денис Иванович, я извиняюсь. Я отвечаю на все ваши вопросы. Вы ответите на мой вопрос. Кто полтора на этом уровне? Гордо. Я. Гордо я. Если мы так будем 124, там есть гражданство зарегистрированное. Есть, там есть частное. Депутат городского совета. И я задаю вопрос главе района. Поэтому, наверное, это совместная работа и ответственность. Давайте. Вот вы четыре чиновника хотите теперь на меня повесить, что я виноват, что два этажа в Чайке в таком состоянии. Я прямой не вопрос, довели до такого состояния, кто довел? Вы? Председатель комитета? Денис Иванович, я реплику насчет довели, я не один раз там был внутри, в том числе и вместе с вами. Вместе, и мы видели недавно поменянные стояки. Насчет довели, я здесь вступлюсь за людей, которые, и Павел Степанович в том числе, насколько я понимаю, принимал участие. Как раз да, не дают разрушить. Если бы там ничего не делали, оно бы уже поплыло и так далее и тому подобное. Там стоят новые стояки, мы это видели. Там заново сделана система водоотвода. То есть все, что возможно, все-таки там делается. Для того, чтобы это сохранить. Ну то, что продажи там, конечно, жалко, это вопрос дискуссионный. Но я не думаю, что молодцы. Но я считаю, что не заслуженно вы здесь все-таки говорите. Заслуженно, там сзади кирпичи сыпятся. Так, уважаемые коллеги, есть еще какие-то давайте вопросы? Мы с вами тогда все деньги города, мы с вами как депутаты сейчас все деньги, что бюджета, пусть он гостит в Чайке. Вы же первые скажете, а где у вас это, где площадки и так далее и тому подобное. Ну, разумно надо быть, в том числе и при формировании городского бюджета. Это, между прочим, наша с вами задача, прежде всего. А огульно обвинять то, что это не делается. Я считаю, что все, что возможно было, опять-таки, в достаточно стесненных финансовых обстоятельствах по Чайке было сделано.